Горячий привет, Владимир Зарубин, речные лодки Skylark Riverboat. Очередной жаворонок улетает из родного гнезда. Парни, наша сила. 500-й Skylark вот в такой вот очень красивой расцветке. Белый корпус, белые стеклопластиковые элементы, то есть это у нас здесь наклеенный столик. По правому борту, на левом просто основание под стол. Консоль тоже белая, но будет установлена в другом сервисе. Так пожелал владелец лодки. Очень интересная комбинация цветов у баллонов. Бело-графитовая. Бело-графит, белый графит, не знаю, как лучше сказать. Это еще лодка интересна тем, что у нее ткань плотностью 1450. Шикарный логотипчик наш. Ручки для пассажиров в носу установлены вот именно так. Уключение весел перенесли. Далее что? Установлена топливная система. Сделана подготовка под установку консоли. Так, что тут еще у нас? Удлинили леер. В общем, так вот нарядно. Кстати говоря, на август еще один такой уже закажен. Скоро вы увидите. Но там будет полный фарш с таргой, со всякими доп. Оборудованием, светотехникой, музыкой и всем прочим. В общем, будет интересный комплект, я вам его покажу. Так, друзья, ну и финальное слово от доверенного представителя заказчика Дмитрий Флетчер. Посмотри на нас, Дмитрий. Всем привет. Все проверили, все подготовили. Остаются финальные работы. У вас сейчас все самое интересное там начнется. Тут, да, собственно, самое интересное. Есть в двух словах описание проекта, что будет? Да, коммерческая тайна. Мы хотим удивить производителей своим решением. Круто. Будет, что будет, что получится, мы покажем чуть попозже. Примерно где-то осенью. Пушка, бомба, огонек. Да, да. Самое главное, чтобы клиенту понравилось, чтобы все его хотелки реализовали. Вот, ну и чтобы Skylark действительно возродился с самым лучшим прогрессивным творением, как бы, и умножали то, что есть. Приумножали. Ну а скажи, да, есть хотя бы понимание, какой будет моторант ставить? Сюда мы будем ставить Honda 100. Вот, я думаю, что под этот рипчик, ну, такой идеальнейший вариант для комфорта, для качества. Ну, для удобства. Дима, ну ты нас пригласишь на тест-драйв? Обязательно. На обзорчик, да, с воды? Вот. Спасибо. Компании TechSubProm. Вот, большая-большая благодарность Денису. Ты что, вы тут снимаете? Вот. Поэтому ждем лучшие новые модели. Вот, лучшие новые решения. Скоро мы сделаем для этой лодки еще докатку. Тендер на корму. Спасибо, Дима, давай, чао. Все. Да, счастливого. 7 футов под килем.